В Москве в Центральном выставочном комплексе завершилась международная туристическая выставка «Интурмакер-2023». Она длилась 3 дня, объединила все регионы России. Участники посетили пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли. Последний выставочный день прошел насыщенно. Стенд Ингушетии привлек внимание участников и гостей. Состоялись деловые переговоры. Выступил ансамбль, провели дегустацию чистой горной воды, презентовали продукцию сада «Гигант». В рамках выставки региональный комитет по туризму заключил договор о сотрудничестве в туристической сфере с Республикой Карелии и Якутской областью. Мне посчастливилось познакомиться сегодня с множеством количества коллег. Мы обменялись контактными данными и надеемся на плодотворное сотрудничество. А каковы общие впечатления от выставки? Только положительные впечатления, исключительно. Я с удовольствием посетил стенд Братской Республики Ингушетия. В последние годы туристический поток в республику неизменно растет, и количество туроператоров, соответственно, увеличивается. Я надеюсь на плодотворное взаимодействие с республикой, между нашими республиками, на взаимное участие во всех мероприятиях совместных. И желаю процветания республики.